4 сентября, время начала 8, немножко я опять проспал, и продолжаем вчерашние забавы. Копаем старый кордон, дальний кордон. Предмет мелкого металла. Оставил я вчера здесь металл накопанный за полдня. Моя лопата, никто не лямзил. И металл, который я вчера накопал. Мешок с мелочью и кое-что по отдельности. Ладно, включусь позже. Так, время без 29. Идет сильный дождь уже минут 40. Ну как сильный? Средний. Пришлось убрать металлоискатель в пакет. Полиэтиленовый. А сам занимаюсь чисто шурфом. Ну, перекапываю все подряд, короче. Вот эти вот кучи. Вот сколько уже накопал. Ящика за полтора маловато, конечно. Даже третьего мешка нету. Ладно, еще минут 30-40 покопаю. Если дождь усилится, придется уходить. Итак, время 10 часов. Дождь не прекращается. Ну, мешочек я еще накопал. Пора домой. Тем более уже промок. Все. На этом прощаюсь. Всем пока.